Всем приветик! Я решила все-таки записать маленькое видео про, опять про животных, но не очень приятных. В общем, к нам уже второй раз, даже третий раз, писали два раза, но третий раз уже приехали. Вот инспекторы, ну инспекторы, отравители, короче, тараканов, они всем планово травят. Вот, короче, я нашла мамочку, тараканиху. Кукарачу, в общем, вот это засохшее яйцо, которое уже вылупленное, знаете, такое вот продолговатое, ребристое, и думала пустое, когда убирала, просто когда травят тараканов этих, вот, нужно все, короче, убрать. Я два дня отмывала весь жир, написано, отмойте жир, освободите все, короче, уберите с ванной, с кухни. Особенно со шкафов на кухне. Вот. Короче, я все убирала два дня. А до этого еще две недели назад убирала. И туда-сюда бегаю из комнаты в комнату, чтобы что-то взять. В общем, сегодня он приехал. Один человек, мужик. Просто попшикал вот так вот. Как бы на отвали, знаешь. И отраву засунул. Просто вот так шприцом выдавил. Какую-то там непонятную штуку. Сказал, 3 часа дома нельзя находиться. И там через 5 часов уже можно все назад ставить. Короче, протереть чуть-чуть и все. В общем, я начала ставить все назад. И там вот где какахи черные. Именно вот где стол, где ложки, поварёшки и кастрюля. Короче, вот этот ящик, да? Я его отодвигаю, и там, в том же месте, где я нашла засохшую, да, и в большом шкафчике, который снизу, где вилки сверху, да, а это снизу, вот, там, где кастрюли всякие. Вот, и вот этих дырочках, сейчас я покажу, вставочку сделаю, вот, там они сидят и прячутся собаки эти. Короче, вот в таких вот дырках они сидят. Срут это в шкаф кухни. Вот эта отрава нам положили. Вот. Там сидит со своим яйцом. А вот еще одна. Я одного уже достала, взяла ацетон, вот второй, смотрите, у него. Задница, вот эти яйца лежат, офигеть. Фу. Он сулас двигается. Дергается. Все, не успела ты родить. Ха-ха-ха. Короче, я нашла таких 3 штуки. В общем, 4 получилось. Одну пустую уже открытую. Я ходила сейчас на улицу, специально этот ящик вытащила. И что вы думаете, там были мелкие где-то вот. 4 миллиметра мелкие черные тараканчики. Я их на улице прям вытрясила, раскрутила этот долбанный ящик, но там штук 20 точно выпало. Потому что в одной капсуле от 20, ну, до 60 может быть тараканов, прикиньте. Именно в одном ящике, который щель была большая, я, короче, его раскрутила. Вот в этих вот щелях. Вот где какашки. Вот они прям выпали оттуда. Мелкие вот эти пердуны выпали. Вообще, они даже ничего, ну, в смысле, этот мужик ничего даже не попытался там тараканов поискать, дырки. Говорю, там какашки, типа, как отмывать, все такое. Он говорит, ну, помыть там и все. Даже не искал тараканов. Я говорю, я нашла яйцо уже вылупленное. Может, вы это поищите? Он так посмотрел. Все, ничего не нашел, короче, не знаю. А я до этого видела еще, как там сидит, и что-то шевелится усами. А там не подлезть, короче, вот, только с телефона можно увидеть. И я, короче, их достала, офигела. Я прям чувствую себя спайдерменом, суперменом каким-то вообще. Считай, 6 на 3, 18, а 180 тараканов я всех спасла.
при том, что мы собрались переезжать. И у нас, как всегда, когда мы переезжаем, мы что-то какое-то, вот что-то хорошее делаем. Сколько квартир у нас не было, и в России, и здесь. Мы всегда что-то там, какой-то ремонт делаем, что-то там чистим. Вот заделала дырки от мышей этой пеной. Теперь нету мышей. Но одна вот через дверь пролезла, кто видео смотрел прошлое, самое последнее. Вот, недавно. И вот тараканчики. Я не знаю, надеюсь, их не будет. Просто маленькое видео записала, не знаю, может, кому-то пригодится. У кого-то таракан есть, поищите именно под ящиками, вот там, где именно ящики. Они в щелях, если у вас особенно старая, как у меня кухня. Я не знаю, сколько лет, лет 20-30, может, этой гарнитуре. Вот. И в этих щелях они там, короче, сидят, тусуются, размножаются. Вот. Потому что их так просто так не увидишь. Какашки видно, а вот именно тараканов, они вот сидят в этой, как эти, как пчелы. У них в стенку как бы проход. Ну, короче, поняли, да? Вот так. Так что спасибо за просмотр, кто посмотрел. Всем пока!